На северо-востоке Колумбии участники движения национального освобождения подорвали второй по величине трубопровод государственной нефтедобывающей компании. В результате взрыва произошла утечка нефтепродуктов. Часть из них попала в протекающую неподалеку реку, пока горючее не достигло источников питьевой воды. На месте происшествия специальные службы ликвидируют последствия утечки. Доставку нефтепродуктов по поврежденной ветке трубопровода временно перекрыли.